Спортный стрим, хорошая музыка. Ну, это за музыку не мы виноваты. Ну, давайте чекать Агли Стефана. У Агли Стефана, по идее, будет подкаст на VS Rap. Я был на записи, и это, конечно, вообще жесть. Вышел трейчик Hello Kitty. Для тех, кто смотрит это на Ютубе, подписывайтесь на мой twitch.tv/firstfill и на телеграм-канал imfirstfill. Вот. Послушаем, короче, в Агли Стефанича. Давайте, Hello Kitty, всем своим салам. Давно не было Агли Стефа на радарах пятничных новинок. Самое время исполнять Hello Kitty, признание в теплых чувствах девушки, которую Степа именует детской игрушкой Hello Kitty. Бля, у него еще этот рюкзак Hello Kitty охуенно смешной, он с ним на подкаст приходил, вообще разъеб. И, бля, мне ебать, как сильно, например, песня нравится «Заберу», и они там немного лирики дали, это прям угар. Поэтому давайте заценим Hello Kitty, Агли Стефан, let's go. Let's go! Так, по Стефану, что могу сказать? Ну, трек, конечно, это не трек «Заберу», он у меня таких мощных эмоций не вызвал, если честно, но, типа, обычный лирический трек. Я напомню, что Агли Стефану, сначала жесткий «Заберу» Стефану, это стайлак бита скорее, и типа, подачки Стефана. И, бля, я напомню, что этому человеку 15 лет. Вот реально, вот этому парню 15 лет, и он уже, типа, бля, звезда клаб-шоу русской музыки. Посредственно, ну, типа, мне тоже не пиздец зашло, честно признаюсь. Но, короче, имеет право на существование уж точно, стопудово. Ну, такой, не знаю даже, что сказать.